Вторая половина 37 года, ну, во-первых, начали строить известный храм Христа Спасителя. Еще в декабре 1812 года решили построить в честь победы над Наполеоном. То есть была традиция такая, обетные храмы, то есть строить храмы в честь каких-то побед, так сказать, Богу заплатить каким-то образом за победу. 25 декабря 1812 года император Александр подписал манифест о строительстве в Москве храма во имя Христа Спасителя, где прямо вот это говорил, что спасение России от врагов, многочисленных силами, злых и свирепых, есть явно изъянная на Россию благость Божия и сохранение памяти вот от этого, об этом во всем, вот будем строить храм. Был конкурс при Александре, как я уже говорил, всякие были либеральные традиции пытались ввести, поэтому сделали такой демократический конкурс. И победил масон Карл Витберг, который решил построить масонский храм, который он называл также Новый Соломонов храм. В архитектуру заложил многочисленные масонские символы, но так как вообще это было популярно, и Александр частично к тому же и склонялся, они начали его строить на Воробьевых горах. Однако, когда пришел к власти правый Николай I, он все это дело свернул, сказал, что строит на ненадежной почве. Потом устроили против этого Витберга масона суд, обвинили его в растратах и посадили, сослали его в Вятку, конфисковали его имущество. То есть полностью его над ним расправились. Ну, видимо, вот чтобы масонский храм не строить. Никаких конкурсов потом не проводили, просто в 1931 году Николай назначил архитектора и рассказал ему, какой должен быть храм. Что храм должен быть абсолютно в византийском стиле, традиционно русский. В 1932 году утвердили план, и вот 1937 год, как раз где-то в конце лета, началась укладка укрепления фундамента. Торжественная закладка 1939 год, медленно строили, леса убрали в 1860 году, то есть аккурат к отмене крепостного права достроили храм, однако потом еще продолжали отделку, украшения. На государственный счет это все делалось, периодически царь из своих средств тоже выделял. К росписи подключали Сурикова, Крамского, Верещагина, всех крупнейших таких художников того времени. Официально в 1880 году его назвали «Кафедральный во имя Христа Спасителя собор». И, собственно, освящение собора было только 1883 год. Получается, Наполеона в 12 году победили, а собор в честь этого практически весь 19 век и строили со всеми этими проблемами. Ну, на самом деле, вот этот проект, который подписал Николай в 30-е годы, он уже в 80-е воспринимался как устаревший, и художники говорили, что бездарная архитектура, Василий Верещагин ругал. Ну и в общем и так далее, да. То есть архитектура его спорная была уже в конце 19 века. Судьбу собора мы знаем, что там сначала сделали бассейн Москва, а потом восстановили. Ну вот построен, вроде как начали его строить именно в 37-м году. Построен он был еще через 50 лет практически. В 1937 году идет реформа Киселева. Значит, это все постоянно эти комиссии я рассказывал, которые Николай созывал по поводу, что он будет делать с крепостным правом. Помимо моральных аспектов были экономические, серьезные. На самом деле это сдерживало индустриализацию страны серьезно. Сначала решили разобраться с государственными крестьянами. То есть уже были крестьяне, которые не были в крепостной зависимости, они считались государственными. Вот, допустим, в Сибири были только государственные, не было крепостных. Но значительная часть крепостных в европейской части, крестьян в европейской части, они были крепостные. Ну вот, чтобы как бы решили сначала отработать, что же будет, если мы всех крестьян внезапно государственными сделаем. Надо усилить контроль над государственными крестьянами, по логике вот бюрократов этих царских. Вот такой Киселев Павел Дмитриевич. Вообще-то он был сторонником отмены крепостного права. Так как он заботился, что там от крестьянах, его бросили на устройство этих государственных крестьян. Киселев занимался делом серьезно. Вот 27 декабря 1831 года сформировали Министерство государственных имуществ, то есть крестьяне, не крепостные, считались государственным имуществом. И назначили этого Киселева министром государственных имуществ, он приступил к реформам. Ну, значит, создали орган по этим государственным крестьянам, открыли всякие на местах там местные палаты, окружные, волостные, сельские управления –
жестко начали контролировать, где там какое имущество на этих крестьян записано. В какой-то степени разрешили им местное самоуправление, допустим, был сельский сход, который избирал сельского старейшину, он же выполнял и полицейские функции, и по дворам были сотские, десятские, то есть на местном уровне крестьяне самоуправление в деревне все-таки избирали, даже при царизме. Ну вот, опираясь на это, сочли, что разобрались с этими государствами, как они будут устроены, госкрестьяне. И в 1942 году приняли указ о том, что помещик может по своему желанию освобождать крестьян, однако они будут временно обязаны. Вот тогда уже появилась эта концепция временно обязанных. То есть за свою свободу они должны что-то выплачивать, по мнению правительства. Хотя их, в общем-то, когда-то поработили и приписали к помещикам без их согласия. Ну ладно. Ну и вот какое-то время, когда я отпускал этих крестьян на свободу помещика, они отрабатывали им всяческие повинности, считались временно обязанными. В 1847 году крепостным разрешили выходить на свободу, если поместье владельца выставлялось на продажу за долги. Вот в этой точке они могли добровольно предложить выкуп собственный, то есть без согласия помещика. Если помещик, допустим, в долгах, банкрот, крестьяне могли сами себя выкупать, покрывая часть долгов помещика, они получали свободу. В общем, в какой-то степени дали им возможные возможности освободиться, либо по согласию помещика, либо самостоятельно в некоторых условиях, но крепостного права не отменили. Результаты этой всей крестьянской реформы Киселева, самое серьезное – это введение крестьянского самоуправления в деревне. То есть все-таки в своей деревне они получили возможность самостоятельно решать вопросы, которые до того у них официально не было. Хотя реально, конечно, они там, особенно казаки донские, у них были собственные традиции самоуправления. Реально, я думаю, у них было в деревне самоуправление, просто вот как бы оно не признавалось правительством, а теперь признавалось. Уже в Киселевскую реформу пытались переселять крестьян в Сибири, вообще на свободные территории, причем в качестве свободных они воспринимали также Новороссию, в том числе и на юг Украины. При Николае уже кого-то там переселяли, пытаясь, так сказать, как-то решить вопросы с перенаселенностью основных районов, с крепостным правом и так далее. Под крестьянское самоуправление подводили школы и больницы, то есть какое-то строительство слабое школы и больниц началось, хотя денег всегда выделялось мало, и проблемы ни с всеобщим образованием так и не были решены до самого конца царизма. Все время принимались разные проекты, но денег не выделяли достаточно. И больницы тоже, полное покрытие больницами деревень было только при советской власти. При царизме тоже эту ситуацию не решили. Ну, в судопроизводстве крестьяне получили ряд прав по этой реформе. В общем, что-то сделали, но серьезно так ничего не произошло. Кроме того, госкрестьяне были недовольны, что над ними поставили опять новую систему бюрократов. Как бы раньше они официально прав не имели, но реально делали, что хотели. Теперь им разрешили самоуправление, но поставили все под жесткий контроль. Этим крестьяне были тоже недовольны, и были даже волнения госкрестьян против этой реформы. В Алжире тем временем идет вторая осада Константины. Уже в октябре 1937 года, как я уже говорил, первая провалилась. Теперь хорошо подготовились, подвезли артиллерию. В октябре опять начали наступление, опять под дождями собрали артиллерию. В данном случае арты собрали побольше, учитывая поражение предыдущего года, и разбили городскую стену. После этого предложили арабам сдаваться. Арабы опять отказались, штурманули Константину и взяли ее. Это считается началом французского наступления в Алжире, потому что перед этим Абд-аль-Кадир практически победил. Они даже хотели с ним договор подписать и передать ему фактически Алжир, но вот кроме столицы. Столицу они настаивали, что должна быть французская, чтобы там пираты не завелись. А вот после взятия Константины были перспективы, что Франция все-таки захватит Алжир, и они этим и занялись. Жорж Санд уже активно пишет во второй половине 30-х, надо о ней коротенько поговорить. Я думаю, что на отдельный клип не заработал, но Фронику, конечно, включить надо, известная французская писательница. Значит, не буду характеризовать подробно творчество, тем более подражательно. Кратко, так сказать, биография, ну, некоторые романы упомяну. Родилась 1804 год, ее основные проблемы в том обществе были, что она полукровка, что у нее отец дворянского происхождения, серьезного, в общем-то, дворянского. А мать у нее была танцовщица. Вот, поэтому ее травила ее собственная семья, ее собственного отца. То есть она считалась не совсем дворянка. Однако же это были наполеоновские войны, и тогда на это не смотрели.
в 1804 году. То есть она родилась при демократии. Ну, не при демократии, уже была империя, но при либералах, короче, да. На происхождение не смотрели при Наполеоне, считали это, так сказать, достоинством своего режима. Ее воспитывала там бабушка атеистка, маманька атеистка, и все они ей внушали с детства атеизм, потому что были наполеоновские времена. Ну, левые идеи она сразу же усвоила, все, и Руссо, Вольтера ей прям в детстве давали. Жорж Санд, левая публицистка, она даже сама себя называла коммунисткой, еще до Маркса. Ну так вот, в 1815 году вернулись католики, пошла опять реакция, и ее в 18 году отправили в монастырь в возрасте 14 лет, где она наконец познакомилась с католицизмом. Это тоже произвело на нее впечатление, она стала религиозной, но я думаю, вот от этой всей перемены резкой идеологии, там среды, она частично свихнулась, что потом в ее это поведении было заметно. Но, тем не менее, в общем, к ее левым взглядам у нее там добавились еще католические, и потом она все время это перемешивала. Она то вдавалась в религию, то в социализм, и пыталась все время это совместить. Ну, это для многих людей того времени характерно, впрочем. Она хотела, естественно, в монастыре стать монахиней, увлеклась этими всеми делами. Ну, 15 лет девушке, что, увлекается. Потом все-таки они ее из монастыря выдернули, тем более бабушка была атеисткой, она была против, конечно, чтобы в монахини. Ну и начала бабушка ее женить активно. Она жила там где-то опять с этими ребятами левыми и опять читала уже в возрасте так лет 18, опять читала всяких Монтескьё, Руссо, Шатобриана, и вот это все были ее идеалы на всю жизнь. Равенство, братство, и весь комплекс этого всего, всех леволиберальных идей. Бабушка в 21 году умерла. И потом Жорж Санд возмущалась, что бабушка так и перед смертью отказалась причаститься, потому что в Бога не верила. То есть бабушка даже умирая отказалась с попами встретиться. Ну и вот потом все время это Жорж Санд переживала, как же у нее бабушка атеистка. Жорж Санд, она осталась католичкой с левыми взглядами на всю жизнь. Ну после этого ее уже окончательно, когда бабушка умерла, начали сдавать замуж, начали требовать, чтобы она женилась. Однако ее никто не брал, потому что она полукровка. Это как раз было время... самые реакционные, начало 20-х годов во Франции, я тут рассказывал, там самые сидели такие аристократы. И эти, демократическое происхождение было не в чести. Ну вот в результате уже ее, как сказать, женилась на ком, на том, кто взял. В результате уже просто на любом. Такой был Казимир Дюдеван, он тоже был незаконный сын. Получилось, что как бы она незаконная, вот в глазах таких строгих аристократов, и муж тоже незаконный, получился, что он ей пара. Однако с мужем они не сошлись. Она женилась, у них оказались разные совершенно интересы. К тому же она ему начала закатывать регулярные истерики, вот будучи такой утонченной последовательницей руссоизма. То есть она ему истерики и по политическим причинам, и по религиозным закатывала. Короче, не сошлись. Выход из всего этого она, естественно, находила в блядстве. У нее начались любовники всевозможные. Уже так где-то лет так с 22, она практически каждый год меняет любовников, и вот как раз Жорж Санд известна тем, что она просто бледовала по жизни и писала потом об этом романы. Ну и все она оправдывала чувствами там, что вот один ее не может чувств полностью, в общем, один ее недостоин, другой ее недостоин, она такая тонкая натура, она нуждается там, все. Все это сопровождалось скандалами с законным мужем, который тоже стал бледовать со всеми служанками, как обычно в таких семьях, да еще и бухать. Они окончательно разругались, и она с очередным любовником Жюлем Сандо уехала в Париж. С мужем они договорились, что она будет по полгода жить в Париже, полгода будет приезжать в поместье. Ну и будет делать вид, они будут делать вид, что они замужем, но на самом деле он ее оставит в покое. То есть с мужем, естественно, она не спала уже давно. Она спала с возможными любовниками. И собиралась этим продолжать в Париже заниматься. В Париж она приехала уже после революции, 4 января 1931 года. На фоне всего этого случилась революция. Опять всех в правах уравняли, там более-менее. Доходы от поместья были маленькие для Парижа. Вот та же ситуация, что с Гоголем, что в столице нельзя было жить на доходы даже от небольшого поместья в деревне. Поэтому именно она начала писать романы. Тем более у нее была уже бурная сексуальная жизнь к тому времени, она начала писать романы, чтобы зарабатывать.
И самые романы, которые приносили деньги на тот момент, были реалистические. Она начала писать романы в духе Бальзака. Она сразу стала его подражательницей. И, в общем-то, Жорж Санд – это критический реализм, если так ее расценивать. Даже, в общем-то, левый критический реализм, еще левее Бальзака она была. Ну и, естественно, со всеми вот этими женскими особенностями, что основной акцент она делает на всякие любовные связи. Периодически она пропагандирует там блядство, которого она и придерживалась. Что вызывало, кстати, фурор. То есть у нее всякие героини там заявляют, что меняю мужиков и буду менять, и так и надо жить. И вот это всякие бурно обсуждалось, естественно, по тем временам, все-таки начало 19 века. Хотя бы и Франция, но вот так вот открыто как бы не полагалось. Она большей частью писала романы о своей жизни. Допустим, у нее есть роман о монастыре, потому что она жила в монастыре. Заводила роман с каким-то очередным мужиком, потом писала роман уже такой вот художественный про это самое, пересказывая практически вот все обстоятельства ее очередного там увлечения. Вот в этом плане был реализм, как бы, потому что действительно она писала чуть ли не отчет, но он такой был у нее, естественно, приукрашенный всячески, женский. Ее любовник Жюль Сандо, почему она получилась Жорж Санд? Она сначала писала вместе с ним и подписывалась, что сам Сандо или и так далее. Когда она начала ему тоже изменять, очередному любовнику, и все больше в романах всяческое блядство задавать, он отказался подписываться. Поэтому она взяла псевдоним Жорж Санд, вот как раз чтобы была преемственность по отношению к тем романам, которые она писала совместно с любовником. Ну и вот чтобы как бы она выглядела мужчиной, потому что то, что скандальные романы пишет женщина, это еще бы дополнительно как бы дискредитировало, и совсем уже так в проститутку она превращаться, конечно, не хотела. Нужно было какие-то приличия. На самом деле ее зовут Амандина Аврора Люсиль Дюпен. И, в общем-то, она баронесса Дюдеван. Вот эта самая Амандина Аврора, она вообще-то дворянка, баронесса. И она из дворянского рода, но вот у нее там в крови кровь проститутки не давала ей быть дворянкой, и она занялась тем же самым, чем занималась ее мать. Ну, ранние романы «Розы Бланш», потом «Индиана». Бальзак увидел, что, в принципе, его стиль, и он поддерживал Жорж Санд, что, в принципе, это школа критического реализма. Поэтому вместе они с Бальзаком так и двигались в литературе. Насчет спали или нет, не знаю, но Жорж Санд спала со всеми практически там деятелями культуры и искусства французскими, поэтому Бальзак тоже не исключен. Кроме того, у нее была дружба с Мари Дорваль, с актрисой тоже знаменитой, ну, богема парижская вот. И, естественно, были слухи, что они к тому же и лесбиянки. То есть подозревали, что ее вот эта ближайшая подруга, действительно ее серьезная такая подруга, Мари Дорваль, подозревали, что она с ними тоже спит, с ней тоже спит, потому что просто она со всеми спала, Жорж Санд. Один из наиболее скандальных романов начала 30-х, 1833 год, роман «Лилия», где, в принципе, вот это и описано. То, что с мужем разругалась и ебусь со всеми на свете. Там глава вторая ебусь с таким, глава третья ебусь с таким, и так весь роман. То есть весь роман она гуляет, и все это оправдывает самыми возвышенными рассуждениями, как обычно у женщин. Ну, это, значит, вызвало скандал по тем временам. То есть даже то, что писал Бальзак, это все-таки не так было скандально, чем вот эти удивительные истории про шлюх. Ну вот, тем не менее, часть радикалов это поддержала. Она потом спуталась с поэтом Альфредом де Мюссе, тоже довольно интересным. Потом она спуталась с доктором Паджелло, который лечил этого Мюссе. В общем, такое впечатление, что она просто соблазняла любого мужика, с которым сравнительно долго общалась. Переходила дальше от любовника к любовнику, это ей было около 30 лет. С этими мужиками она поехала в Венецию, и там все тоже активно бледовало. С Мюссе она то ругалась, то возобновляла отношения. Ну и, в общем, Мюссе о ней тоже много довольно пишет, потому что, ну, вот эта вот истеричка, она, да, на него впечатление произвела. Она то приходила и пылко любила, то бросала и с каким-нибудь еще мужиком отъезжала. Вот этот, весь этот бурный роман на Альфреда де Мюссе с его поэтической натурой впечатление произвел, и он писал об этом тоже в своих романах. И она тоже об этом писала в романах. Ну, богема, короче, вот парижская, вот так вот у них все было.
Потом она внезапно решила с мужем развестись. Все эти истории были на фоне, естественно, живого мужа, и даже она официально была в браке. По поводу развестись с мужем она трахнула адвоката Луи Мишеля. То есть у нее все проблемы именно через постель решались. Вот. После чего этот адвокат Луи Мишель, собственно, вел ее дело по разводу. И они также были любовниками. Луи Мишель был левый. Параллельно он вел защиту, допустим, лионских повстанцев. От этого Мишеля она усвоила окончательно левые идеи. Он там был республиканец, один из лидеров даже левых республиканцев. И вот в постели с этим Луи Мишелем Жорж Санд окончательно стала леворадикальной писательницей. Но потом она эти взгляды сохраняла. Вот она от него усвоила, потом она всегда была левой. И весьма по революции там поучаствовала, все такое. Ну, в общем, вместе с этим Мишелем они добились развода от ее мужа. Мишель был защитником Жорж Санд на бракоразводном процессе. То есть он был, естественно, политический лидер, один из лучших адвокатов, и он дело довел до конца. Все. И они отсудили поместье, эти два радикала. Дальше, вероятно, у нее был роман с Фиенсом Листом, недоказанный. Потом у нее был роман с таким Ламине. А Ламине был мистик религиозный. Вот она, усвоив левые взгляды у Мишеля, у Ламине еще усвоила всякую мистику. Ламине был к тому же публицист такой. Вот вместе с Ламине, и потом там еще был такой философ Пьер Леру, с которым она, похоже, тоже трахалась, ну, по крайней мере, она его финансировала, они создали концепцию христианского социализма. Вот христианские социалисты первые, это два мужика и вот это вот, блядь, Жорж Санд, которая, похоже, спала с обоими. И была, к тому же, еще левых взглядах и воспитана атеисткой. Ну, суть христианского социализма в том, что лучший социализм – это католицизм. А, и, так сказать, именно католики, они реализуют все идеалы социализма вот на основе идеалов христианства. В какой-то степени они считались консерваторами, христианские социалисты на самом деле все время мотают их то направо и налево. Поэтому считается, что где-то в начале 40-х она, сотрудничая с этими христианскими социалистами, была скорее консерватором. Но Ламине считается консервативный публицист. Однако под революцию у нее заиграла в заднице вся ее левая биография, и под революцию она стала радикальной социалисткой. Она сама себя называла коммунисткой, но это слово тогда четкого значения не имело. Коммунистами называли себя марксисты уже, но это не означало, что она марксистка. То есть вот она говорила, что она христианская коммунистка или христианская социалистка. Именно в революцию она пишет свои лучшие романы «Консуэло», «Графиня Рудольштадт». В революцию она увлечена вот этими идеями возрождения пролетариата, то, что рабочие будут править миром, критикует республику либеральную за то, что она не на стороне народа. В общем, она занималась резкой критикой либералов слева. Она уже либералкой на момент революции не является, она точно уже социалистка, причем левая. Она имела, значит, большое количество последователей всяких из этих пролетариев, из рабочей среды, которые хотели тоже стать писателями или поэтами. Вот они ходили за этой Жорж Санд, она толкала речи. Но ей было уже за сороковник. А, ну да, она, конечно, трахалась с Шопеном. Она почти со всеми трахалась. И в конце 30-х во Франции жил Шопен, композитор польский, у которого тоже был бурный роман с Жорж Санд. У нее там со всеми был. То есть мы еще, видимо, многого не знаем. В революцию она редактировала газету «Бюллетень Республики», призывала там непосредственно к восстаниям, и восстания там всю весну были. Но я про революцию уже расскажу. Революция 48-го года. Жорж Санд – одна из самых радикальных публицисток, которая непосредственно призывала к государственному перевороту и к захвату левыми власти в своих статьях. Ну, мне пришлось под заказ, приходилось писать прямо большое исследование по революции 48-го года и публицистике. Поэтому я там позиции всех помню. Вот Виктор Гюго и Жорж Санд. Это самые лучшие там ораторы за то, что нужно немедленно устроить восстание и провозгласить республику рабочих. Вот это как раз лидеры духовные леваков французских. А Бланки, он уже организационный лидер был. Ну, дойду до революции, еще про них упомяну. Она периодически убегала. Когда восстание проиграли, она убежала в свое поместье, чтобы ее не арестовали за вот эти все дела. После того, как к власти пришел Луи Наполеон,
и установилась опять диктатура правых либералов. Гюго убежал за границу, потому что он, ну, прям в баррикадах был замешан, прям с оружием в руках. А эта хитрая девка, она убежала на время всех баррикад, она убежала к себе в деревню. И там пересидела. В баррикадах непосредственно не участвовала. Но, тем не менее, она писала Наполеону письма с призывами освободить там всяческих республиканцев. То есть в интересах своих она деятельность, в общем-то, продолжала при Наполеоне. Ну и с императрицей. Она все-таки была известный женский писатель. Поэтому она пыталась действовать также через императрицу, через принцессу Матильду, через тех женщин, которые окружали Наполеона. Она пыталась действовать, чтобы Наполеон освободил левых арестованных. Это она тоже делала. Она осталась, ее не преследовали. Вот в связи с тем, что она была женской писательницей, вроде как неприлично было. Продолжала писать романы антиклерикальные, допустим, роман Даниэла, посвящен опять критике католицизма. Поскольку были правые либералы, резкая критика религии не разрешалась. Роман вызвал жуткий скандал, газету, в которой роман публиковался, закрыли, то есть она прям в резкой форме наезжала на религию. Ну, потом она уже была старушкой, уже в 60-е и 70-е, от дел отошла и, в общем-то, спокойно умерла в своей усадьбе. Вот эту деревню, которую они отсудили, она так у нее и была до самой смерти, она в этой деревне жила. Ну, Виктор Гюго, конечно, когда она умерла, там всю речь сказал, все. Ну, она ближайшая, в общем, подруга в политике Виктора Гюго была. Вот такая вот у нас история про Жорж Санд.